Число малышей, состоящих в первой группе здоровья, выросло в 1,5 раза, а количество дней, пропущенных детьми по болезни, сократилось на 12%. Губкинский округ делится успешными результатами программы «Здоровый ребенок». Какие проекты удалось реализовать за 5 лет ее работы и что они изменили в жизни маленьких губкинцев и их родителей? Сколько языков ты знаешь, столько жизней проживешь – это их девиз. Учащиеся Белгородской гимназии номер 2 вернулись из немецкого города Херне. Путешествие состоялось по программе обмена, которая действует в учебном заведении уже более 10 лет. Какие еще возможности открывает перед учениками углубленное изучение иностранных языков? В отдаленных сельских поселениях области продолжается всероссийская акция «Добро в село». Ее участники – волонтеры-медики. Как им удается объединить субботники с массовыми медицинскими осмотрами? Все подробности узнаем в прямом эфире у представителей Департамента здравоохранения.